Всем привет! Вот такой небольшой ролик на счет машинок. Короче, там с моделями взял несколько машинок без колес. Потом я там прикупил еще несколько машинок и еще взял несколько машинок без колес. Вот. Мало там кто чего купил из них. Мне кажется, те, что были. Не знаю, зачем снимают колеса. Наверное, какие-то колеса крутые там были. Сняли, поснимали колеса, корпуса остались. Они сверленные. Ну, колеса вот здесь я поставил удачно. Получилось на Мазду. Колесики независимые. На оськах. Колеса, кстати, пластмасс, но с протектором классные. Вот. Ездят не хуже, чем Hot Wheels. Ну, в принципе, то же самое, в принципе, только, ну, колеса, естественно, не с Hot Wheels. И, кажется, там внутренние втулки для более быстрой езды там нету. Это обычно с игрушек я ищу и вставляю. Вот такой удачный на грузовик мне попались колеса, тоже независимые на оськах, заклепанные, они просто идеально сюда подошли. Интересный корпус грузовика, его первый раз почему-то не взял, думаю, ну, где мне найти три колеса одинаковых на такой бусик. Кстати, корпус металл, дно металл, тяжеленький, классный, не поцарапанный, абсолютно новенький. Что тут были за колеса, не знаю, я не спрашивал. Ну, я поставил свои, получилось, мне кажется, круче, чем Hot Wheels-овские. Так, там еще одна. Ага, это Мустанг. Форд. Ну, с какой-то дешевой детской машинки. Ну, выглядит круто вообще. Белые такие диски. Колесики резиновые здесь, кстати. Ездит она мягче, конечно. Но не так быстро и легко, как те, которые на пластике. Ну вот, вроде все, там несколько фоток. Ну, когда я соберу их всех в кучу, сделаю все их, я сделаю тогда фотки отдельно. Так, что у нас дальше здесь? А, это вторая Феррари. Я одну взял, думаю, ну что, она будет валяться, соберу вторую. Не знаю, переднее колесо, мне кажется, неудачно поставлено. Такие маленькие грузовички вот с такими пятизвездочными колесами. Я, наверное, завтра схожу, возьму этот грузовичок и поменяю колеса передние на этой Феррари. Машинка классная, зачем ее, в принципе, если она, наверное, валялась бы там у кого-то, так бы она и валялась, пока, наверное, не выкинули. Ну так я его собрал, все идеально, он новенький. Правда, там просверлено неаккуратно, но вообще супер. Будет у меня две Феррари. Я, короче, вторую взял, думал перекрасить ее красной, потом думаю, ну, зачем вот эти декали портить. Пусть две будет таких. Танюша, как всегда для тебя. Вот такой волчок, лечиться будем. Так, ну еще одна машинка, которую я сделал, то есть поставил колеса. Это первые, которые я получил, те машинки без колес. Ну, удачно получилось. Короче, колпаки, это Hot Wheels-овские колеса, но колпаки их закрасил. Видно, эта машинка была, я так понимаю, с резиной, и куда-то в другое место поставили. Ну, я ценю вот эти формулы больше, чем все остальные машины. Естественно, забрать я их не мог. То есть, не забрать я их не мог. Интересная машинка. Ну, короче, у меня такая, я заказал такую точно, только новую. А вот это Fujifilm, это вообще бомба. Прикольная такая расцветка. Была она, конечно, сильно поцарапана, особенно вот это белое, вверх, низ. Все пришлось подкрашивать, восстанавливать. И так, чтобы вот эти вот названия не испортить.
Ну, вот такие колесики поставил. Да, резина, кстати, здесь подобрал. Конечно, с трудом на такие машинки подбирать колеса. Они не одинакового размера, и найти что-то подобное в игрушках нет. В игрушках таких колес нет. Ну, приходится как их, чтобы было сочетание какое-то. Ну вот и все. И фотки. I can swear.